юга на северо-запад ставропольские велосипедисты отправились покорять центральную часть страны. Сегодня из краевого центра выехали участники межрегионального велопробега. Он посвящен 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Название совпадает с конечной целью маршрута – северо-запад. На дистанцию выйдут 10 спортсменов, четверо из них ставропольцы. Самому младшему – 14 лет, старшему – за 50. Сегодня ставропольские спортсмены доедут до Невинномысска, оттуда поездом доберутся до стартовой точки пробега. Начнется марафон 22 июня из города Латошино и охватит три области – Московскую, Тверскую и Смоленскую. Всего 450 километров. Это наша история, и если мы этого не будем делать, то она просто канет в лето, и никто об этом даже помнить не будет. Мы это несем и каждый год напоминаем об этом. Ребят, очень много интересных проектов, направленных на развитие патриотизма, направленных на поддержание молодежной субкультуры. Самое главное, что они это делают очень искренне, от доброго сердца, поэтому администрация города поддерживает такие начинания.